Мы собрались к логопеду. Пока я ходила, надевалась, выхожу. Сейчас покажу, чем занимается мой ребенок. Тёмушка, ты так сильно проголодался. Не слышу. Да. А кто тебе хлебушка с колбаской дал? Мама. Как мама? Кто? Дядя. Дядя дал? Да. Ну, давай кушай. И поедем к тете Анжеле на занятия. Да. И в шапке мы кушаем. В теплом костюме. Не Всё. Хочешь больше? Нет. На салфеточку. Да. Подожди, подожди, мама салфетку даст. Держи. Тщательно вытри ручки и листок. Ой, ручки и личико. Иди выбрасывай в мусорку. Иди выбрасывай в мусорку. Выбрасывай, выбрасывай в мусорку. Все, всем говори пока. Пока. Поехали. Пока. 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 Поехали. Пока. Пока. Ты кроссовки взял? Нет. Иди бери. Иди бери кроссовки свои. Купили мы, плохо видно, вот такой стеллажик в светофоре. Очень удобный. Тёмочка, подожди, пожалуйста. Включи свет, Снежана, я покажу. Купили мы в магазине светофор. Вот такой стеллажик. Он железный. Имеются вот такие полки. Одна, две, три, четыре, пять. 6. Так, сейчас вам покажу получше. Нижнюю полочку мы сделали для Тёмы. Да, Тёмушка? Это полочка моя. Это полочка Никитина, Снежанина, Сашина. Ну, а вверху мы вот так поставили рюкзаки для тренировки, зонты и сумка. Тут у нас в углу халаты. Чтоб все это было спрятано за дверью. В пределах 1700. Ну что, поехали на занятия? Бери кроссовки. Артемушка, бери кроссовки. Поехали к тете Анжеле. Нет, нет. Мы будем с тобой на веранде одевать. Давай, одевай. Это мы с тобой новый дома надевали. А сейчас же они у тебя уже не новые. Пока-пока, Снежана. Пока, Тёмочка. Давай, выходим. Выходим, выходим. Вот, девочки, без обид. Кто-то писал, что по беговой дорожке нужно в кроссовках. Ну, я же, конечно же, знаю. Но у меня же, видите, все же застелено. В данный момент у меня нету таких кроссовок, у которых на данный момент помыта подошва. Кроссовки все уличные. Вот, ну не буду же я в грязных кроссовках ходить по паласам. Это мой труд, это мое время. Что это, Тёмушка, беговая дорожка? Нет. Еще, конечно, я не занималась. Нет. Вот сегодня я... Вчера нам было некогда. Ездили девочки, мальчики в гараж. Я помогала мужу белить. Белили на 3 раза, так как там еще времен СССР были выкрашены стены. Половина была побелка, половина в зеленый. Так вот, чтобы нам хоть как-то спрятать этот ужасный зеленый цвет, пришлось белить на 3 раза. Вставай, вставай, не бойся. Вот. Очень сильно устали. Потом приехали домой, топили баню. Я меняла постельное, стиралась, и времени совсем не осталось. И да, потом вечером я готовила супчик, салатик. Да, Тёмочка, играй. Вот, готовила супчик, салатик, и времени совсем не было. Хотела вчера позаниматься, но я вчера, мне кажется, всех переплюнула с побелкой гаража. Да можно, можно, родной. Можно, играй, играй. Вау. Вот, и времени не было совсем помыть им кроссовки. Сегодня времени, конечно, предостаточно.
вымою кроссовки. И завтрашнего дня я, конечно же, начну... Вышла Снежана. Завтрашнего дня я, конечно же, начну занятия. А, видите, что ребенку для счастья надо. Вот уже не дождался. Вот. Катись, Света, катись, если хочешь. Мы будем собираться потихонечку. Саша зашел. А еще написали. Уже неоднократно я отвечала на этот вопрос. И повторюсь заново. Я как хочу своего мужа, так и называю. Хочу муж, хочу Саша. Мне нравится своего мужа называть муж. И ни под чью дудочку я плясать не собираюсь. Вы считаете, что вы сказали, и я буду выполнять то, что вот вы сказали. Конкретно, как мне говорить, как мне быть и где мне спать. Моего мужа зовут Саша, но называть его буду муж. Потому что мне так нравится, а мужу тем более. И не надо меня учить и говорить, как мне разговаривать. И с кем мне разговаривать. Артемушка, малыш, поехали к тете Анжеле на занятия? Да. Давай, садись, ножки ставь. Едем. Завтра будем ее домой заносить. Я ее, конечно, все отмыла, помыла. Так что, если я кого-то обидела своим ответом, я, конечно, дядь, ругаться не люблю. Ну, знаете... Одно да потому, одно да потому. Давно, кстати, не было таких комментариев, что у вашего мужа нету имени. Есть. Но я его буду называть муж. Артемушка, поехали, малыша. Поехали к тете Анжеле. Сема. О, и Снежа пала. Ну, Тема, ты сядь нормально. Ножки поставь. Так, все, давай еще разочек. Обязательно, девочки, вам. Все, милый, иду. Все, муж, иду. Обязательно вам сделаю небольшой видеообзорчик. Все, все, на занятия. Гаража, который мы приобрели. Вложили, конечно, уже туда. И пол муж перекрыл, ой, перестелил. И стены побелили. В общем, ждут нас еще великие дела. Ну все, мои дорогие. На этом сегодня я буду заканчивать свое маленькое коротенькое видео. Поедем мы на занятия. Время идет, муж уже нервничает, ждет. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.